моя родина – это Россия. Потому что именно благодаря России мы обрели вот то спокойствие, которое у нас сейчас есть. Воспитывался большую часть времени на рассказах о прадедушках, прабабушках, о том, как они принимали участие в боевых действиях, как они защищали родину. Понимаю, какой ценой мы добились победы в Великой Отечественной войне, какой ценой мы добываем победу сейчас.